100 новоселов встречают жилые комплексы Нягани. Квартиры предоставляются сразу по нескольким жилищным программам, в том числе по переселению из аварийного жилого фонда. На эти цели из окружного бюджета выделено 150 миллионов рублей. Сюжет Евгении Самойловой. Спасибо. Эмоции у всех разные. Кто-то безмерно счастлив, кто-то до сих пор не может поверить, что старые холодные дома остаются в прошлом. Счастливы. 28 лет ждали. Из аварийных домов на этот раз переезжают 24 семьи. Плюс трем семьям квартиры предоставляются по праву внеочередного получения жилья. Еще 8 квартир выкуплены под категорию маневренного жилфонда. Сутермина 16 проживает 12 семей. Мы их переселяем полностью. А Пионерская 3 – это большой дом, бывшее общежитие. Там живет порядка 34 семей. И вот 12 семей сегодня справят новоселье. Остается порядка еще 20 семей. Семьи, которым при расселении необходимо предоставить однокомнатные квартиры. Вот эти однокомнатные квартиры мы планируем приобрести в дальнейшем. Новостройки в разных микрорайонах Нягани. В комнатах косметический ремонт, установлены пластиковые стеклопакеты. На кухне в ожидании хозяйки электрическая плита. В Нягани я живу с 86 года, 1900 прошлого века. Вот. Квартиру я получила первый раз. У меня тут подарок такой, плита. Теперь я могу приглашать к себе гостей, печь пироги. Родственников много, друзей еще больше. Так что все пошло хорошо. Прежде чем вручить ключи новоселам, квартиры посмотрела комиссия. Она вынесла вердикт, что застройщик справился. Ну, время давать оценку за хозяевам. Что скажете? Квартира хорошая, можно сказать, все нормально, светло. Не то, что в деревяшках. Мы уже 36 лет прожили в этих деревяшках. Есть, конечно, очень разница большая. На территории Нягани расположено 186 аварийных домов общей площадью 127 тысяч квадратных метров, в которых проживают 2430 семей. Задача по предоставлению жилья серьезная, но Нягани не привыкать. При поддержке окружных властей город полностью закрыл вопрос с вагон-городками, где в балках и железных бочках десятилетиями проживали более 500 семей. Евгения Самойлова, Максим Куксаус, Вести, Югория, Нягань.